Единственная в Щелковском районе управляющая компания, которая не как все. УК ДСЖКУ является муниципальной. Это значит, что администрация района может спрашивать с них за работу по полной программе, но и помогать тоже обязана. Второе в нашем случае даже более актуально. ДСЖКУ – компания молодая, и своего автопарка у нее до сегодняшнего дня не было. Вся техника арендуется. А теперь вот есть грузопассажирская «Газель» и легковая «Лада Ларгус», которая тоже при желании может и бригаду, и необходимое оборудование перевести из точки А в точку Б. А точек таких у компании хватает. Все-таки она обслуживает порядка 340 многоквартирных домов от Мальцева до поселка Насосного завода. Фонд у нас он довольно-таки большой, порядка 315 тысяч квадратных метров. На предприятии этих машин не было, и я вышел с такой инициативой, чтобы для быстроты и скорости предоставляемых услуг населению жителя попросил администрацию в лице главы Щелковского района Алексея Васильевича Валова приобрести эти машины. Естественно, он согласовал нам эту сделку. В машинах мы будем перевозить все необходимое оборудование. Это будут у нас некие такие летучие бригады, которые будут позволять, значит, осуществлять быстро, качественно работу по обслуживанию многоквартирных домов. В ближайшие две недели автопарк пополнится уже специализированной техникой, чтобы ДСЖКУ могла еще эффективнее работать на благо жителей, которые ее выбрали. Тем более, как отметил Роман Назаров, люди все больше доверяют именно муниципальной компании, и доверие надо оправдывать, в том числе учредителю. Мы планируем, значит, увеличение количества техники в ДЭЗе, то есть это будут и трактора, и легкие, и, значит, необходимые машины, которые будут вывозить и снег, и, соответственно, и мусор будут они сами вывозить, я имею в виду ДСЖКУ. То есть полный спектр. Сотрудников муниципальной УК поздравил глава района Алексей Валов, а его зам по ЖКХ вручил директору Александру Круглову ключи от новых автомобилей. Ну ладно, тогда всех с праздником, давайте, трудитесь, работайте. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».